Дворец спорта «Триумф» вновь встречает чирлидеров Подмосковья и соседних областей. На фестивале, который объединил чемпионаты и первенство городского округа Люберцы, а также межрегиональные турниры Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак», побывали мои коллеги. За призовые места состязались более 1000 участников от 3 до 18 лет. Свое мастерство продемонстрировали спортсмены из Подмосковья, Владимирской, Тверской и Свердловской областей. Городской округ Люберцы представили 5 коллективов. Все 8 лет, что в округе работает Федерация чирлидинга и чирспорта, клуб «Резолют» – постоянный участник соревнований. Одна из сильнейших команд Подмосковья получила высокие оценки и сегодня. Мы очень рады, что мы поехали на эти соревнования и выступили. Мне кажется, мы очень хорошо выступили. Ну, по крайней мере, без завалов. Надеемся на первое место. Я выступаю 7-й раз, я уже долго в Чили. Я самая старшая из Санта, ну, прям эмоции хорошо, мы выступили хорошо. Выступления варьируются от 1 до 3 минут. Содержит приветствие, хореографические и акробатические элементы. Судейская коллегия оценивала артистичность, синхронность движений, соблюдение дистанции. Всего более 10 критериев. В основном в группах мы оцениваем групповое исполнение, владение техникой с помпонами. Когда выступают девчонки, то здесь, конечно, мы обращаем особое внимание на технику владения помпонами. Поскольку тонкости много, позиций рук много, поэтому это один из главных критериев. Если мы говорим про станты, здесь очень важна именно техника работы, именно акробатических, вот, акробатических моментов. Чирспорт – это команда вид спорта в наше нелегкое время, особенно для детей. Хотелось бы, чтобы они умели друг друга поддерживать, соболезновать и радоваться друг за друга. Для детей, в первую очередь, конечно, это демонстрация своих физических способностей, это конкуренция, это классный вид спорта. По мнению тренеров, чем чаще спортсмены участвуют в соревнованиях, тем больше они развивают свои физические и волевые качества, быстрее добиваются результатов. Мы ждем развития спортивного. Нам нравится участие в таких соревнованиях. Мы часто путешествуем в разных городах и области, и за другие пределы выезжаем. За границей даже были. Нас эти соревнования защищают энергией, спортивным духом, формируют наш командный коллективный дух. Мы продвигаем наши национальные традиции и миксуем современную хореографию, поэтому у нас такой сегодня наряд. По результатам турнира более 300 участникам присвоены второй и третий спортивные разряды. Победителям и призерам вручены дипломы и медали. Мы рады, что мы победили и заняли первое место. Мы друг за другом все горой, и поэтому мы победили. В фестивале участвовало 40 спортивных клубов. Но для люберчан эти соревнования особенные. Сильнейшие чирлидеры поборются за честь городского округа на областном турнире. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ.